Для того, чтобы поездка юных пассажиров в автомобиле была безопасна, родителям просто необходимо использовать детские кресла. Об этом мамам и папам еще раз напомнили сотрудники госавтоинспекции. А помогали полицейским воспитанники старшей группы дошкольного отделения Видновской школы номер 1. Вы закон не нарушайте, в кресло деточку сажать. Это ведь совсем не сложно. Пристегнуть и ехать можно. Стоит отметить, что инспекторы ГИБДД регулярно проводят различные тематические мероприятия в учебных заведениях округа. Данный социальный раунд проводится на территории Московского региона. Проводится он с 30 января по 26 февраля. И в рамках данного мероприятия хотелось бы еще раз обратиться к родителям, водителям, соблюдать правила дорожного движения, перевозить маленьких пассажиров только в детских удерживающих устройствах. Как рассказала заведующая дошкольным отделением Видновской школы номер 1 Анастасия Тарасова, с ребятами постоянно проводятся занятия, на которых малыши в игровой форме изучают правила безопасности на дороге. Родители привозят детей в садик. Мы напоминаем еще раз, что нужно перевозить детей только в креслах и пристегивать. В ходе рейда участники акции вручили водителям информационные листовки. Скажите, у вас в семье есть маленькие детки? Да. Вы их перевозите как? В кресле только. В детском кресле? Ну, конечно. Спасибо вам огромное за то, что вы соблюдаете правила дорожного движения. А можно мы вам тоже еще раз вручим такую листовочку? Спасибо большое. Спасибо. 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 Также на мероприятии сотрудники ГИБДД напомнили ребятам правила безопасного поведения на проезжей части, значение дорожных знаков и сигналов светофора, изучили различия регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.